Друзья, я рада приветствовать тех, кто зашел на мой канал «Сама себе огород». Сегодня я хочу сделать такой вот обзор рассады капусты, которая была посеяна именно в середине апреля. Сорта здесь поздние. Именно вот здесь Коля рядок идет, потом идет зимовка. Такой сорт зимовка, красавица. Валентина, белорусская. Такие поздние сорта я сею именно в апреле месяце. Она успевает вырасти до конца мая, так как сегодня у нас 30 мая. И можно сделать прекрасную высадку, когда уже прошли все холодные ночи. Капуста будет прекрасно себя чувствовать и хорошо примется. Вот и все, друзья, что я хотела сегодня вам рассказать. Теперь я с вами попрощаюсь. До новых встреч!